И я принес вам теплые приветы членов, директоров СИЭКа. Дальше? Да. Окей. Тема конгресса у нас в Дублине этого года был тест по воспрещению риск. Восприятие риск, спасибо, введено в Великобритании 2 или 3 года тому назад, и все и больше стран следуют этот пример. И тема конгресса была тоже пользование технических приборов для обучения и тестирования водителей, как, например, симуляторы, и поэтому мы решили вместе с представителями, что завтра в Конгрессе говорить об этом.